Привет, я Александр, и это мой сын Федор. Привет. Мы будем делать канал Федор, давай делаем популярный канал вместе. У нас есть карта, и по этой карте мы будем с вами идти и делать популярный канал на YouTube. Будем продвигать его, будем заниматься. Сейчас у нас пункт номер два, мы уже прошли, с чего начать создание канала. У нас есть 11 видеороликов, по каждому вопросу есть свой ролик, и мы делаем, заливаем первое видео. Итак, что надо сделать? То есть мы на канале, у нас есть шапка, у нас есть аватарка, у нас есть канал, у нас есть все, и у нас есть видео, которое мы приготовили. Вот здесь у нас как бы все есть, осталось залить. Давайте заливать. Заливать можно быстро и правильно. По несколько видео, да, но мы нажимаем вот сюда. Видите, когда мы переводим сюда, в стрелочку называется «Добавить видео». Нажимаем сюда, и у нас выпадает вот такой вот, мы можем либо выбрать файл для загрузки, или можем просто взять и перетащить файл прямо сюда. И он начинает заливаться. Видите, вот он загружается очень быстро, начинает обрабатываться, и мы можем выбрать здесь открытый доступ, доступ по ссылке, либо ограниченный доступ, либо по расписанию. Мы каждый доступ разберем на нашем канале, пока мы поставим открытый доступ. Да? И плейлистов, так как у нас нет, мы можем создать новый плейлист, но мы потом займемся в следующих наших роликах, займемся тем, как правильно делать плейлисты, как структурировать, а сейчас мы просто заливаем наше первое видео на канал, и сейчас мы смотрим, как это происходит. Соответственно, теперь смотрите, то есть у нас есть заголовок, да? У нас есть описание и теги. Об этом всем, как правильно составить описание, как правильно составить название, как правильно выбрать теги и плейлисты, мы с вами рассмотрим в следующем нашем блоке. У нас тут блоков очень много, соответственно, мы сначала разберем правила видео, которые есть, да, потом про то, что первые 48 часов самое важное, сервисы и все-все-все, пока мы вам показали, как заливать ролики, да, то есть как бы там, и как делать. Пока мы пишем вот так хотя бы, да, хотя бы вот для базиса поставим вот так вот. Потом мы выберем теги, метки и описание, плейлисты и теперь опубликовать. Все, нажимаем опубликовать, и только у нас видео опубликовано, соответственно, мы переходим на наш канал, мы можем это видео посмотреть, мы можем им поделиться с кем-либо, да, отправить по электронной почте кому-либо, да, об этом всем, как правильно делать, у нас будут ролики на нашем канале, а теперь мы поздравляем, Федя, тебя, меня и всех-всех-всех с нашим первым видеороликом, который мы залили на наш канал, включаем звук, и вот у нас на нашем канале Федор, делаем популярный детский канал вместе, у нас есть вот такой вот ролик. Это первый ролик. И я думаю, что у нас по плану, по нашему плану, который у нас есть 1100 роликов, поэтому их будет много. Мы по каждому вопросу запишем отдельный видос и будем помогать вам делать популярный канал вместе. А результаты от того, получилось у нас или нет, вы увидите на нашем популярном канале, как сделать популярный канал с Федором, да, делать популярный канал вместе. Поэтому, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, потому что Федор опять заснул, да, и всего доброго, до свидания.